Спустя буйство стихии в Ульяновске прошло 3 недели. Однако вырванные с корнем деревья, которые до сих пор можно встретить на улицах города, заставляют жителей вспоминать введенный на несколько дней режим ЧС. Прогуливаясь по улице Шофера в Заволжском районе, нужно глядеть в оба. Иначе можно, мягко сказать, споткнуться о толстую изогнутую ветку возле 41-й школы. Подобные картины на улице Академика Сахарова, где ураган повалил березу. Бедное дерево высохло, как и большая часть веток. Никому не нужным оказался и тополь возле дома номер 9 на проспекте Филатова. Вырванное с корнем дерево рухнуло еще 6 июля, а люди до сих пор с опаской обходят часть ствола, выкатившегося на пешеходную часть дороги. Неделю назад в горадминистрации подвели промежуточные итоги работы по ликвидации последствий урагана. Сильные порывы ветра повалили свыше 1100 деревьев, но это далеко не конечная цифра. Поэтому, если вдруг где-то жители города Ульяновска видят неубранное дерево, и нам необходимо сообщите об этом по телефону в службу 05, это 737-911. Сообщение сделать, и дерево будет внесено в реестр. На утро будут даны соответствующие указания для того, чтобы управляющая компания, либо же, значит, городские специализированные организации осуществили его ликвидацию. Среди невывезенных поврежденных растений наверняка есть дерево, что стояло на Крульницкого, 10. Со слов жительницы соседнего дома Елены Гуниной, всю неделю дерево пролежало в том виде, в котором упало, полностью заблокировав проезжую и пешеходную части. Затем спецслужбы отпилили самые крупные ветки и увезли, чтобы освободить проход. А вот мелкие аккуратно сложили в сторонку. Не стали трогать и ствол. Я, насколько знаю, вроде бы жильцы обращались в управляющую компанию по этому поводу, по поводу уборки, но им сказали, что это как бы вот ваша беда, и собирайте деньги, и тогда, наверное, уберут. Ну, и это я слышала, то есть, а точно это так было или нет, я не могу сказать. Сами жильцы 8-го дома от комментариев на камеру воздержались, лишь махнули на нас рукой, сказав, что, мол, во многие инстанции звонили, даже депутатам жаловались, в ответ лишь обещание. Мы решили взять дело в свои руки и обратиться на горячую линию по номеру 05. При звонке с нескольких мобильных операторов номер оказался недоступен. Поэтому мы воспользуемся другим телефоном, который нам ранее сказали в администрации. Итак, набираем 737-911. Так, требуется брать и пилить оставшееся дерево после ЧС, правильно? Да. Заявка вашей управляющей компании я направила. Спасибо большое. Как видите, нам удалось дозвониться с первого раза. Главное – набрать правильный номер. Не побояться взять инициативу в свои руки, а власть оперативно на это отреагирует. Рената Алиулова, Руслан Баталов, Даниил Сурков. Новости Ульяновской правды.